Если сегодня тебя ждет активный день, предлагаю начинать его тоже активно. У меня для тебя есть 10-минутный разогрев, либо же можешь назвать его зарядкой на нижнюю часть нашего тела. Разогреваем ноги, и если у нас есть сегодня вдохновение, мотивация, можем даже позаниматься. У меня для тебя тоже есть видео, тренировочки, переходи и занимайся вместе со мной.